В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русул. Здравствуйте. В конце года принято подводить итоги и о том, каким был 2021 мы поговорим с руководителем Департамента природных ресурсов, экологии и игропромышленного комплекса Альбертом Чебдаровым. Здравствуйте, Альберт Маратович. Добрый день, Ольга. Альберт Маратович, вот принято да, подводить итоги, и в этом году всем, наверное, запомнились крупные экологические акции, которые проходили в округе «Чистая Арктика» и «Сохраним лес». Много гостей принимало в них участие, и вот какие отзывы, отклики на федеральном уровне получены на эти акции и сохранятся ли они в таком же масштабе в следующие годы, станет это доброй традицией? На самом деле, вы правы абсолютно. В этом году был в плане акций, их было обширное количество, и мы их провели с размахом, было привлечено большое количество волонтеров, мы провели «Береги лес», акцию «Реками и озером чистые берега», акцию «Сохраним лес», «Субботники в рамках чистой Арктики», при поддержке федерального центра приезжают волонтеры. Общее количество задействованных людей существенно приросло, несмотря на погоду, на все сложности. Ну, мы это уже обсуждали с вами. В целом количество задействованных в экологической акции людей намного возросло. И это говорит о том, что в целом культура и сознание в области экологии она растет. И еще более приятно было наблюдать, как, вот, например, в первой акции «Собереги лес» мы очищали ряд территорий от мусора, который люди оставляли после пикников. Но некоторые территории, которые традиционно были загрязнены, они оказались абсолютно чистыми. Это говорит о том, что культура убирать за собой, она зародилась и развивается успешно. Это говорит о том, что работа по просвещению детей в школах, которую мы также проводим департаментом, она тоже работает. В целом, подводя итоги, мы заняли вот по «Вода России», если смотреть по этому конкурсу, мы заняли 22 место среди всех субъектов Российской Федерации. То есть мы в топ-30% по, по количеству задействованных людей в экологической акции, по количеству мусора, который мы очистили берега наших водоемов. Поэтому мы победили также в номинации «Самая необычная находка». Нашли кирпич английский из Ньюкасла 19 века. Тоже редкая находка в наших краях. Видимо, кто-то привез в свое время. Приехали федеральные звезды, Ирена Понарошку, высаживала с нами деревья около школы, там всего больше 230 саженцев было высажено. В рамках субботника приняли участие вот финального, которого у нас было сегодня больше 500 человек. Убрали 20 тонн мусора из звероферму старого очистили, которая с 80-х годов. Это такой тяжелый был труд, потому что там и клетки железные, и ну, организация, спасибо департаменту, молоде... департаменту образования Центру молодежной политики, потому что приняли участие, дали этим всем мероприятиям такой молодежный задор под музыку, даже несмотря на дождь, меняющуюся погоду, драйв ну, был, ну, вы присутствовали, в принципе, настроение было очень хорошим, и количество людей вовлечено тоже было максимально. Поэтому вкратце по экологических акциях, вот, ну, я вижу это так. В следующем году, безусловно, мы эту тенденцию планируем продолжать. И в рамках мероприятий, посвященных Дням реки Печоры, будет, я дальше о них там расскажу, и в рамках общих экологических акций, то есть темп мы точно снижать не будем, будем только набирать обороты и абсолютно видим поддержку с федерального уровня, это именно природы, экологические и общественные организации и партии политические, все тут с нами действуют в А Если говорить да, об итогах года, то в прошлом году еще было две, несколько, не два, угу. несколько происшествий, которые были связаны с экологией на месторождениях. Как вы считаете, вот в связи с этим нужно ли ужесточать требования к недропользователям и почему? Ну, вопрос ужесточения наказания он стоит всегда. И э, надо сказать то, что те штрафы, которые сейчас действуют, они во-первых неизбежны при обнаружении факта разлива или экологического нарушения, они неизбежны и так или иначе настигают те компании, которые ну, относятся, э, которые допускают эти нарушения. Чаще всего это безусловно человеческий фактор. Но последствия разлива нефти они безусловно обязаны рекультивировать эти места, они выплачивают штрафы. Штрафы как идут в муниципальные бюджеты, если это штраф касается земли, лесного фонда, так и идут в федерацию, если это касается водных объектов, которые федерального назначения, вот как пример колу при разливе на Ожском месторождении. Безусловно, мы, у нас есть рабочая группа, межведомственная, туда входит и прокуратура, и Роспроводнадзор, и мы регулярно проводим отдельные совещания по видеосвязи с главами нефтяных компаний и призываем их более ответственно относиться к той деятельности, которую они ведут на территории округа. И тут важно понять то, что в основном, ну, часть причин аварии, безусловно, на, на человеческий фактор, но часть она связана с устареванием оборудования, и тут важна профилактическая работа, потому что выгоднее гораздо держать состояние оборудования в порядке, нежели потом платить многомиллиардные штрафы. Если у нас на территории региона... Э размер штрафов был ограничен потому что в принципе маленькая маленькая совсем часть округа была подвержена загрязнению то на территорию соседней республики коми там уже компания платила гораздо больший штраф потому что была и река загрязненная и прибрежная территория и все отсюда вытекающие факторы поэтому что мы планируем в следующем году если уже говорить о планах да Контроль будет ужесточаться, будут образовываться совместные рабочие группы с прокуратурой и с Росприроднадзором, и с Ростехнадзором для того, чтобы самый главный фактор ⁇ постоянный мониторинг. Когда ты постоянно находишься на Земле и вылетаешь туда, осматриваешь, берешь пробы, то это дисциплинирует всех участников этого процесса. Поэтому в следующем году мы планируем увеличить количество авиавылетов в сторону нефтяных месторождений. Ну, то есть если мы сейчас охраняем в большей степени ОПТ, то в рамках межведомственной группы у нас полномочия будут шире. Плюс мы планируем совсем нестандартные методы борьбы с теми же нефтяными разливами. Это использование информации по линии Роскосмоса со спутников. Сейчас современные технологии они позволяют использовать искусственный интеллект, он регулярно осуществляет снимки местности, то есть, например, каждые три дня, и по отблеску цвета понимает, что это нефть, например. Если мы видим то, что эта нефть, она не на территории, обустроены специальные площадки, безопасно, где есть определенный слой щебенки, например, или грунта для того, чтобы в почву не ушла нефть, и видим то, что загрязнены сельскохозяйственные территории или водоемы наши окружные, то, естественно, мы моментально реагируем, и тут срок запаздывания будет не неделя, не месяц, а 2-3 дня. И мы планируем эту работу выстроить в пилотном режиме в следующем году. И будем делиться ее плодами с представителями общественности и населением. Потому что, ну, вот, вот, вот такие технологии планируем использовать. Смотрели также беспилотники, но это дорого и несколько э, не так эффективно, как космический мониторинг. Потому что космический мониторинг он позволяет даже в водоеме увидеть нефть по определенным параметрам. То есть по плотности. Там, уже современные технологии это позволяют делать. Будем докладывать общественности по результатам э, этой работы. В прошлом году департамент проводил работу связанную с экологическим туризмом и на территории Ненецкого округа много заповедных мест, э, так что перспективы есть. Вот расскажите, mm -hmm. что удалось добиться в этой сфере и какие планы есть. Мы начали работу по разработке планов э, посещения ОПТ, это туристические тропы, маршруты, э, планы развития ОПТ. Эти работы выполняются и силами общественных организаций и на подрядной основе. Что из себя представляют эти работы? Когда ты смотришь, как развивать особо охраняемую природную территорию, самое важное тут не навредить. Мы руководствуемся исключительно этим принципом. Поэтому для того, чтобы ну, какой-то, например, предположим маршрут на северном Тимане. Нам нужно четко понимать, какое предельное количество туристов единовременно может там находиться. Потому что в случае бесконтрольного посещения там сотни туристов, ну, возьмем Каменный город на Северном Тимане, который у нас сейчас в этом году пользуется просто сумасшедшей популярностью, количество путевок, которые туда люди оформляют, оно кратно выше, чем в прошлые годы. То есть надо четко понимать, что если там будет единовременно сотни человек, ну, скорее всего, там будет допущен ущерб окружающей среде и начнется бесконтрольный вылов рыбы и палатки и костры и мусор там поэтому наша задача ограничить количество одновременно прибывающих там людей но попутно мы также должны понимать что без инфраструктуры природоохранной просто так ну, создавать ОПТ и делать там тропы туристические это бессмысленная работа. Нам также параллельно материально-техническую базу, в принципе, нарабатываем. Мы используем для этого небюджетные источники, находим фонды, региональные общественные организации, участвуем в грантах через эти организации и получаем материально-техническое обеспечение для того, чтобы там размещать инспекторов. Инспектора, находясь там, смогут контролировать, как себя ведут туристы. То есть, ну, блок туризма, он находится в ведении другого департамента, но мы обязаны обеспечивать в преддверии вот, организации туризма именно на ОПТ, к памятникам природы, надлежащую охрану. Для этого планируется в парке Северный Тиман организовать пост мониторинга, постоянный. И этот пост мониторинга будет служить для того, чтобы мы не тратили огромные деньги, там, получили сигнал о том, что кто-то ловит рыбу в заповедной реке около Каменного города. Вылетаем для того, чтобы привлечь к ответственности, пока прилетели, уже там никого нет. Ну и такое случается. Бывает и ловим нарушителей с, красно... ну, с ценными породами рыбы или запрещенными к лову. И для того, чтобы не тратить такие деньги на вертолет, нам легче один раз туда человека разместить ну, на какой-то период проживания. Допустим, на две недели, на три недели, на месяц. И он там осуществляет охрану. Ну да, там же, получается, туристический сезон у нас тоже ограничен. Зимой, наверное, не так много народу. Зимой тоже летают, но в меньшей степени, да или летом больше а в сфере топливно-энергетического комплекса самым знаковым событием стала договоренность с компанией РусХим в части строительства метанолового завода и очень много различных да, мнений по этому поводу и в соцсетях в том числе mm -hmm. было а, это инвестиции рабочие места но насколько это экологически безопасно и а, не, не несет ли это вообще вреда населению кто будет контролировать эту безопасность каким образом Безусловно, это будет объект лицензирования у нас федерального, это недра федерального значения, как и любые углеводородные месторождения. Ну, когда мы говорим о соглашении, которое подписал вокруг с, с, группой компаний «Русхим», тут важно понимать, то, что подписано соглашение взаимодействия. В рамках этого соглашения предполагается, то, что будет обеспечиваться полная прозрачность всех взаимоотношений. Это что значит? Ну, если смотреть вообще историю месторождения, все знают о том, что в 80-е годы там был неконтролируемый выброс газоконденсата, газа, и это привело к ужасному загрязнению всей акватории той. И Дельта Печора была, по сути, сильно загрязнена. Авария была отчасти связана с тем, что очень высокое напряжение и давление внутри самой скважины было в тот момент. Поэтому произошел этот выброс и его гасили ядерным взрывом. Одна из причин аварии – это как раз то напряжение, которое там было. Поэтому есть определенная позиция, то, что сама разработка месторождения она позволит эту проблему снять, эти риски снять, то, что через микротрещины до сих пор происходит утечка газоконденсатов в реку. Поэтому, когда мы говорим о таком проекте, тут важно понимать, что есть очень много барьеров, которые надо преодолеть, прежде чем этот проект реализуется. Это государственная экологическая экспертиза, это главгосэкспертиза, это общественное обсуждение проекта. Общественное обсуждение проекта любого ⁇ это первый этап при прохождении государственной экспертизы. И на этом этапе любой житель округа может поучаствовать в этих обсуждениях и свое мнение высказать мы безусловно в этом случае ориентированы на то, чтобы максимально соблюсти интересы жителей округа. Есть переживания по поводу перспективы, что случится с Печорой, как что будет с одним, где будет располагаться завод. Ну, конечных технических решений на текущий момент прям утвержденных на текущий момент нет. Есть планы работ по скважине, они будут, там, в ближайшее время проходить экспертизу, общественное обсуждение вот-вот начнутся. А то, что касается самого завода, это будет несколько позднее, насколько я знаю. И, безусловно, на каждом этапе мы будем отслеживать, чтобы в плане экологии все требования соблюдались. Мы на территории округа больше 110 месторождений, и при этом больше 20 компаний крупных добывают нефть. Они все расположены на существенном удалении от города Нарьямар, поэтому следить за них с вот, непосредственной близости практически невозможно. А тут на инвесторе, если ну, проект весь подтвердится и будет строиться завод, и пройдет всю экспертизу, тут завод будет находиться в такой близости от населения, что ну, придется, безусловно, все соблюдать, и все это будет на виду, и малейшие экологические нарушения сразу привлекут к тому, то, что э, будут штрафы и так далее. Это, в первую очередь, невыгодно самой компании. Если говорить о самом метаноле, то ну, метанол – это известное вещество, из него делается огромное количество полимеров, э, топлива, он служит топливом для судов. Ну, собственно, почему… Метанол сейчас такое приковано внимание. Э yeah, логика простая: Северный морской путь, который служит, который мы сейчас активно развиваем, для этого строятся суда, для того, чтобы по нему ледоколы строятся, для того, чтобы по нему обеспечивать ход и в Европу. И в Китай. это стратегический для России проект, который позволяет нам ну, оставаться страной номер один в мировом масштабе и конкурировать с другими странами. Метанол нужен э и служит топливом для этих танкеров которые перевозят грузы по Северному морскому пути. Это самый экологический вид топлива для таких судов такого ну, такого, такого формата. Поэтому, естественно, сейчас вот инвесторы пытаются сейчас определяется, или это будет просто продажа обычного газа, или же будет строительство полноценного завода газоконденсатного, который будет производить метанол. Что еще можно сказать по данному проекту? Ну, на самом деле разводы такого рода, они широко известны, они есть в Канаде, в Новой Зеландии. Это страны, где требования к экологии, ну, они жестче даже, чем у нас. Поэтому опыт зарубежный, он существенно... Он задает тот вектор, который позволит говорить о том, что опыт зарубежный, он где-то кратно выше, чем наш в этих проектах. И там к экологии не меньше обращают внимание, чем у нас. Поэтому мы безусловно будем у нас есть при департаменте Общественный совет этот проект будет обсуждаться там при администрации экологический совет данный проект будет проходить туда будет приглашаться абсолютно широкий круг общественности и научного сообщества эксперты поэтому безусловно если все эти барьеры не будут пройдены проекта не будет но давайте подумаем о том что может этот проект дать округу ну как так как департамент природных ресурсов и АПК, он с одной стороны защищает экологию, с другой стороны мы радеем за развитие промышленности в округе. Это первый инициативный проект, который предполагает не просто добычу ресурса и продажу ну, нефти, как у нас традиционно для округа, а это предполагает проект переработку газоконденсатов в новый вид продукции. Мы сейчас, весь округ зависит от доходов на нефть, на цены на нефть. И ну, вся структура бюджета ориентирована на нефтяные доходы. Это доходы от совместного предприятия СРП, соглашения раздела продукции в рамках зарубежной нефтедобычи Харьяги. И налог на прибыль от нефтянки, налог на имущество от нефтянки и НДФЛ, который тоже в принципе формирует практически полностью нефтянка. Когда на Нимале появился спг проект, то есть зависимость от этих нефтяных доходов, она была нивелирована за счет нового проекта. То есть нам этот проект может дать плюс 10 миллиардов ежегодно бюджет, ну, не в краткосрочной, но в долгосрочной перспективе точно. Это ну, меньше трети немножко, чем те доходы, которые у нас сейчас есть. То есть в округе огромное количество задач, которые надо решать, и в сфере экологии, и в сфере сельского хозяйства. Для этого всего нужны деньги, для обеспечения субсидирования, для увеличения субсидирования ежегодного. Поэтому этот проект может быть одним из тех источников, которые в дальнейшем обеспечат очень хороший рост для остальных отраслей экономики в округе. Автомобили могут на этом топливе ездить или там другой газ используется, когда автомобили на газе? Ну, метан, да, это производная метанола. Метан, пропан, это те вещи, которые, те газы, которые также используются при заправке, но метан считается более экологичным. Например, те заправки, которые есть в крупных городах, это, ну, возьмем Москву-Питер. Там есть заправки да, на метане. Оно делается из метанола, в том числе. То есть, возможно, что если появится на территории округа такой завод, мы сможем тоже заправлять свои автомобили. Да, газом? да. я думаю, в ближайшее время руководство проекта презентует полностью свой план деятельности. Будет широкая программа по обратной связи, по общению с жителями, чтобы понять все риски, это обязательно. Это наше будет требование окружное. Безусловно, Тут надо понимать, что предварительно вот из того, то, что освещалось, также рассматривается рыборазводная тематика, то, что в рамках данного проекта будет и вплоть до того, то, что даже может свои пункты рыбопереработки, то есть при приему... Вот сейчас у нас проблема есть, например что делать с сорными породами рыбы, серыми породами рыбы, которые у нас, ну, рост численности которых привел к тому, что сеговые уменьшаются, лососевые уменьшаются, потому что, например, щука, она у нас питается икрой сега. Это всем известный факт. И одним из предложений, вот в рамках общения по соглашению, было предложение построить параллельно с заводом рыбоперерабатывающее производство, которое могло бы принимать серые породы рыбы. Ну, идея хорошая, то есть, Сейчас нет централизованного пункта приема серых пород рыбы. Так бы наши промышленники, рыбопромышленники и любители бы смогли централизованно сдавать. Там же проходил бы ветеринарный контроль. И тут же эта продукция, ну, то есть это дополнительный бизнес, который можно было бы задействовать в рамках этого проекта. Также нужно понимать то, что в случае, если опять же будет положительное заключение экспертизы, если общественное обсуждение будет пройдено, то, например, около поселка Красная там единовременно будут работать больше 5000 человек. Естественно, их надо кормить, это нужно, нужно жилье. То есть наша оленеводческая отрасль, наша рыболовная отрасль, все будет задействовано и получат дополнительные заказы. Я уже не говорю о том, что наши геологи-изыскатели, наши строительные компании, компании, которые занимаются логистикой, транспортом, тоже все это будет задействовано. Даже вот сейчас идут изыскания, ну, то можно увидеть, то, что загрузка гостиниц у нас достигает уже там пиковых значений. Что будет, когда, ну, в случае, если проект реализуется и пойдет, тут, я думаю, объяснять не надо. А когда начнутся вот такие активные обсуждения? Когда будут уже какие-то Ну, насколько я варианты? знаю, сейчас именно сами проекты скважины до конца года обсуждения будут. А то, что касается именно строительства завода, это первая половина следующего года. Но тут, я думаю, в ближайшее время будет какая-то презентация полномасштабная. И просто до того, как предварительные решения были хотя бы предварительно утверждены, смысла их освещать особо нет, они могут меняться. Вот. То есть сначала предполагалось строительство завода около Индиги, потом посмотрели, вроде, около там, недалеко 15 километров от Красного лучше. Поэтому смысл освещать то, что ну, заранее вообще не определено, экономически не обосновано. Сейчас уже устоявшаяся есть концепция, она также еще будет, наверное, меняться как-то но ну, уже насколько я знаю есть от компании инициатива то что ну, какую-то презентацию в округе полномасштабную ну, ее начать альберт маратович еще один вопрос очень актуальный это уже как раз на Эффект. конец года это зимник расскажите как работа велись по определению зимника по его. Ну, в полномочиях Департамента природных ресурсов в первую очередь определение возможности передвижения по тундре в снежный период. В свое время был принят закон, в первую очередь закон направлен на защиту сельского хозяйства оленеводов. То есть когда по тундре движется гусеничная техника тяжелая, она, как, как правило, даже обычный снегоход, если в бесснежный период или квадроцикл, он оставляет следы, которые ну, долгие годы потом от тундры восстанавливаются. А рельеф так точно будет восстанавливаться еще дольше. Поэтому для того, чтобы этого избежать, был инициирован закон, который запрещает в бесснежный период до достижения определенного снежного покрова передвигаться по тундре на тяжелой технике. Вообще на любых механических транспортных средствах. Поэтому мы в декабре обычно ну, смотрим на снежную обстановку. Сейчас мы наблюдали... Вот совсем недавно буквально согласовали проезд, потому что уже поняли то, что мы ориентируемся на показатель 25 сантиметров снежного покрова. Если этот показатель выше, а у нас сейчас он уже больше 28, где-то достигает 30 сантиметров, то мы согласовываем проезд в этот период. Это дает возможность начать строительство уже зимников. То есть если в прошлую зиму это было, если не ошибаюсь, уже к концу года, то есть ближе к 19 числам. В прошлом году было очень мало снега. Да, было мало снега, действительно, это была проблема. Только к 19 декабря, сейчас мы на полмесяца раньше, по сути, разрешили движение. Ну, вы сами видите, снега много. Но тут тоже не надо... Тут очень важно аккуратно относиться, потому что визуально может казаться, что снега мало или много, а по факту обстановка на территории округа там южнее или там севернее она другая. Мы должны учитывать всю территорию округа, территорию нефтяных месторождений, потому что может в городе казаться, то, что снега много, а там его может быть меньше, или наоборот, где-то на горках его больше, а в ямах меньше. Тут мы делаем промеры специальным оборудованием, специально обученные люди после того, как они дают заключение и после общения со всеми оленеводческими хозяйствами и нефтяными компаниями мы принимаем решение об открытии. Альберт Маратович, вернемся к планам и перспективам. Uh -huh. В следующем году будут впервые проводиться Дни Печоры в Ненецком округе, и в Наримаре пройдет форум, в котором будут участие принимать различные специалисты из разных регионов. И какие вопросы, какие проблемы наших рек будут в первую очередь озвучены на нем и вообще какие планы? В этом отношении... Ну да, вот в рамках Дней реки Печоры, которые ну, обычно все круглые столы, форумы, уже э, есть некая усталость от них, потому что обычно это мероприятие, которое праздно посидеть, поговорить и никакого практического результата нет. Здесь я ну, горжусь тем, то, что это мероприятие, которое было инициировано у нас в округе Дни реки Печоры, оно показало абсолютно свою практическую значимость. В мероприятии приняли участие Росрыболовство и Росводресурсы, которые отвечают за вопрос берегоукрепления и дноуглубления. И у нас получилось очень цельное мероприятие с хорошей резолюцией в конце. Это и по охране рыбы, и по воспроизводству, и по дноуглублению, и по берегоукреплению. Там везде есть практические решения, и мы, самое главное, привлекаем внимание федеральных министерств на нашу проблему, на этой площадке. Очень много было и аналитический центр при правительстве высказал свою поддержку этого мероприятия. Было хорошее выступление к проблематике округа, они отдельно подчеркнули. Сейчас по итогам резолюции губернаторам принято решение учредить этот праздник. Мы сейчас готовим нормативные правовые акты. Предлагается то, что в первое воскресенье, ой, последнее, извиняюсь, воскресенье мая, то, что этот праздник будет проводиться. Поэтому опыт хороший, будем продолжать его. Какие проблемы удается решить, ну думаю не секрет то, что по берегоукреплению есть существенное продвижение благодаря прокуратуре. Вот по Бандарке пошла работа, мы ну, в свою очередь по линии администрации сейчас понеси завершаем проектные работы по берегу укрепления. Правда, там оказалась есть небольшая сложность, связанная с тем, что в месте берега укрепления есть объект культурного наследия. Его там дополнительно надо обследовать, прежде чем давать заключение о том, как будет работа проводиться и уже приступать к работам. В следующие годы мы также по, линии, по вопросам берега укрепления, это будет ОМА, Пеша. все эти риска в следующем году вот, пойдет проектирование. Мы эти все работы будем планомерно завершать. То, что касается дно углубления, тут тоже нас услышали, и уже есть предварительные результаты, потому что Камский филиал Ротвод ресурсов он приступил к изучению именно тех мест, где у нас на реке Печора наименьшая глубина, и те места, где надо углублять. К слову, вот ваш предыдущий вопрос касательно газохимического комплекса перспективного Вот вопрос на углубление, он и там поднимается, потому что для того, чтобы такой объект построить, нужно очень много строительных материалов. То есть это нужны не те суда, которые у нас сейчас стройматериалы везут, а гораздо более габаритные, гораздо с большей грузопереносимостью. Поэтому планируется то, что если все экспертизы пройдут, то для того, чтобы проект реализовать, нужно будет проводить на углубление. Поэтому, возможно, за счет инвесторов мы еще и речку углубим. Это оптимистичный сценарий, мы на него тоже рассчитываем. Поэтому дни реки Печоры обязательно будем проводить, Площадка хорошая для того, чтобы объяснять, как, с какого рода проблемами нам приходится сталкиваться, и что от нас просят жители округа. Ну, такие предварительные итоги. Большая работа была проведена в части рыболовства, в частности, жителям прибрежных поселков, таких как, как Усть-Кара и Амдерма. Разрешено ловить рыбу в Карской губе, сто... снижена стоимость путевки на волов-семге. А какие задачи ставятся на следующий год? Ну, да, действительно, работа пошла, пошла эффективно. Она пошла после встречи губернатора Юрия Васильевича Бездудного с главой ведомства Росрыболовства Юрия Васильевича Шестаковым и заместителем Соколовым Василием Игоревичем. Пожалуй, наверное, то количество изменений, которые в нормативно-правовой базе, которая регулирует рыбалку, у нас произошли в последнее время, ну, это, это самые крупные по сути изменения, которые в принципе наверное, были за последние лет 10. И с 1 сентября 2021 года мы решили проблему с УСКАР, чтобы любители могли там заниматься добычей налаги. Это был запрос там необоснованный, абсолютно несправедливо местных жителей привлекали к, вплоть до чуть ли не уголовной ответственности. Конечно, губернатор сразу же отреагировал, и ну, мы результаты уже добились. А с 1 марта 2022 года мы уже сможем там заниматься промышленным ловом. То есть местным жителям Мустикары можно будет этим заниматься абсолютно легально. А в следующем году да, еще, ну понятно, цену, был запрос от жителей, почему цена на путевку на Семгу такая дорогая. Мы, и этот параметр удалось нам изменить, снизить до полутора тысяч рублей с двух тысяч. Но понимая то, что и в округе действует всего два участка, Городецкая чайки, для осуществления любительской рыбалки, мы инициировали создание еще 10 участков. То есть у каждого населенного пункта вдоль реки Печора по сути, будет свой любительский участок, который позволит э, по любительской путевке добывать сумму. То есть это для собственного обеспечения. Сейчас мы с пилотного первого проекта стартуем около села Лабужская. Дальше пойдет еще. Что было еще изменено? Но мы, если посмотреть, часто критикуют за то, что в Печоре создается очень много промышленных участков для лова рыбы, а для любителей практически ничего не остается. Но я с этим не соглашусь, потому что за последние годы было ликвидировано 6 участков, и ни одного нового не было создано. То есть это говорит о том, что мы идем навстречу любителям и ну, сдерживаем промышленный, промышленный лов, особенно семги. При этом упрощены порядки любительского лова. Я знаю, там некоторые главы муниципальных образований даже... Там, отметили это достижение, потому что если раньше ты мог заниматься любительским ловом только э, в реке около своего населенного пункта, где ты зарегистрирован, то, например, если ты там едешь к своей бабушке в другой населенный пункт, то там уже ты любительским ловом не имеешь права заниматься. Но это абсурдная ситуация. Мы встретились с Соколовым Василием Игоревичем. И в рамках тех договоренностей, которые были между губернатором и главой разрыболовства, он эту проблему тоже решил. В следующем году планируем решить вопрос прилова нельмы. Сейчас это такая рыба, условно, она выведена из красной книги, но до сих пор ее купить где-то нельзя законно, потому что на нее нет промышленных квот. Наука говорит о том, что еще рано давать промышленные квоты, но если ты ловил другую рыбу, допустим, сега или там, семгу, и у тебя там случайно оказался прилов, то допу будет допустимо где-то 5% от общего объема Нельмы э оставлять уже. И, там, не становиться преступником. Поэтому эту задачу мы практически решили. Думаю, со следующего года эти изменения тоже будут в доступе. Также, как я и сказал, любительские участки дополнительные появятся. Посмотрим. Скорее всего, это будет окружная организация какая-то регулировать цену. То есть по цене путевки также этот вопрос будет обсуждаться. Может, он будет снижен дополнительно. Ну и также будем общаться с сообществом. И с промышленниками, и с любителями активную позицию занимает Николай Александрович Безумов. Вот мы тоже приглашаем. Вот, Удивительно, вот, вот результат нашего общения с ним еще год назад, он привел к тому, что мы ряд вопросов для рыбаков ну, то есть прислушались, совместно сформировали запрос и нас услышали. Также в следующем году одна из целей это добиться того запроса, который мы формировали, это увеличить квоты на любительский лов. Ну, та же «Щука». Там серые породы рыбы до 100 килограмм в сутки. То есть не 20-25, как сейчас, а увеличить этот объем. Поэтому, а, те запросы, которые будут идти от жителей округа, мы с ними будем работать. Если они вписываются в норму федерального законодательства, мы их будем транслировать и будем добиваться решения. Их. Альберт Маратович, в этом году должны были в Лабожском начать строительство фермы, но работы перенесли. Есть ли риски, uh -huh. что они что также будут перенесены? на какой-то неопределенный срок. Uh -huh. И вот что касается э, положения дел тоже в таких селах, где есть фермы в пеше, Великовисочном и Волне. Uh -huh. Расскажу. По каждой ферме у нас утверждена четкая дорожная карта, что с ней будет и как мы планируем их развивать. Вопросы, касающиеся сельского хозяйства в округе, ну, скажем прямо, они отодвигались на второй план долгое время и сейчас вот комплексно это и касается и и сельского хозяйства, и животноводства в целом. Сейчас Большой объем работы, чтобы эту вот ситуацию кризисную, потому что где-то где что-то уже требует существенного ремонта, где-то что-то обваливается, где-то представляет опасность для ведения хозяйственной деятельности. Мы все это видим, но единовременно все проблемы не решить. Тут только поэтапно, там, по ферме в год, скажем так, можно планомерно выстроить работу. Мы приняли решение начать с фермы в Лабожском. Это будет ферма на 50 голов. Изначально план был на 100, но тут надо очень важную вещь понимать. Строить ферму на 100 голов и понимать то, что молоко придется потом вывозить с огромной стоимостью логистики. То есть ферма должна быть рассчитана на то потребление, которое есть в поселке, чтобы обеспечивать внутреннее потребление в первую очередь, а потом уже продажу в соседние. Потому что содержать коров ради того, чтобы содержать, ну, это путь в никуда. Это мы увидим ферму как раз и виски, когда содержание электроэнергии оно по сути уничтожает всю экономику, всю экономику предприятия. Фермы должны быть практически окупаемыми или субсидируемыми но в адекватных размерах. Поэтому было выбрано оптимальное поголовье. данная ферма размеры есть частный инвестор, который готов построить и готовую ферму продать уже за полярному району. За полярный район со своей стороны заложил деньги в бюджет, это 50 миллионов рублей, на покупку уже готового объекта. Поэтому, да, в этом году из-за того, что инвестор искал кредитные деньги, тут ему вызвался помочь, помочь наш рыбак-колхоз «Союз», там с минимальной ставкой они обеспечат деньгами, и можно будет уже начать строить ферму. Просто уже завод стройматериалов, поиск денег, утверждение всех нюансов, ну и мы не попали чуть, -чуть в сезон. В следующем году и деньги заложены, инвестор готов, и кредитные деньги есть для того, чтобы это все построить. То есть никаких препятствий для ее строительства нет. И, естественно, мы будем за этим процессом следить. Это поручение губернатора на особом контроле. То, что касается фермы Виски, ремонт будет крыши, система отопления. Работы уже вот сейчас завершаются до конца 2021 года. И в перспективе тоже будем смотреть, что делать там. Возможно, тоже будет строительство новой фермы совместно с ну, уже модулями убойными отдельными. Верхняя Пеша уже заключен контракт, готовится проектная документация, будет построена новая ферма. Срок по контракту завершения проектирования середина следующего года. Когда у нас будет проект на руках, уже можно закладывать деньги в бюджет, искать там инвестора, то есть там уже дальше будет легче. Главное спроектировать и подобрать земельный участок. По ОМИ в 23 году тоже уже предусмотрели мероприятие по строительству. То есть через год, как я и сказал, там по ферме в год, мы приступим к строительству фермы в ОМИ. Да, там с проектированием есть небольшие проблемы, но это все решаемо. Потому что, ну и безусловно, в этом году выделили деньги на текущий ремонт фермы. В целом, по фермам ситуация такая. Когда мы получаем запрос, мы его не игнорируем. Понятно, что по мановению палочки деньги не выделить и не построить. Обычно все упирается в подбор земельного участка и грамотное проектирование. Впоследствии уже подобрать исполнительного подрядчика, который построит население ферму, это целая история, особенно в нашей местности, где подрядчики очень неохотно идут населенные пункты. Но самое главное, то, что в бюджете есть деньги. Это значит, есть гарантия того, что когда объект будет, мы его выкупим и. В целом все будет успешно. Альберт Маратович, сейчас идет убойная кампания, и департаменту было поручено увеличить объем закупок сырья. Как справляетесь вот с этой задачей? Да, действительно, мы столкнулись несколько ранее осенью вот с проблемой, то что у нас остатки с прошлого года мяса не позволяли полностью законтрактоваться на тот объем, который у нас готовы были сдать воду. У нас заготавливается больше 1300 тонн. Традиционно мясокомбинат брал 800-900 тонн из этого объема. В прошлом году мясокомбинат забрал 830 тонн мяса. В этом году уже законтрактовано 700 тонн мяса. Губернатор поручил решить эту проблему. И там, силами департамента, ну, знаете, как говорят, из любой кризисной ситуации можно выйти иногда даже в большем плюсе, чем ты изначально оказался. Сейчас мобилизовали все силы, привлекли соседние регионы. Это Ямал, Архангельскую область. Коми и мы нашли тех потенциальных покупателей, которые у мясокомбината заберут ряд продукции. Кроме того, активизировали работу по строительству магазина, не строительству, а подбору магазина в городе Усинск, потому что там люди привыкли к Оленине и ну, там на маркетинг нужны меньшие затраты, чем допустим в другом городе каком-то более южном и есть потенциальные контракты, которые позволят нам достичь прошлогодних объемов и может в перспективе даже эти объемы наращивать. Но общая политика в области управления вот этим потоком продукции оленеводства, она идет к тому, и мы стремимся к тому, чтобы хозяйства самостоятельно развивали производство свое, переработку свою. Для этого у нас существует прекрасная субсидия на модернизацию. То есть можно до 60%, там, вплоть, по отдельному решению, до 75% стоимости того, то, что ты сделал, компенсировать за счет средств округа. То есть там, построил какой-то перерабатывающий пункт там, или модернизировал свое производство, получить деньги. У нас есть агростартап, который позволяет начинающим предпринимателям, человек захотел выделить, там, ну, бригадир какой-то оленевчика бригады захотел выделить, там, выделиться и сформировать свое стадо пожалуйста, 2 миллиона рублей, создаешь КФХ, создаешь два рабочих места и работаешь. Покупаешь себе стадо на начальный этап, арендуешь землю и вперед. Меры поддержки, ну, оленеводства у нас беспрецедентные. Да, есть субъекты ИМАУ, где субсидии чуть больше, но зато у нас самое эффективное управление оленеводством. Недавно общался с теми, кто занимается профессиональными вопросами экспорта. И у нас 30% ежегодно по голове направляется на убой. Нигде такого в стране нет. Тоже Ямал до 15%. То есть это считается неэффективным управлением. И у нас самое эффективное управление пастбищами, потому что те маршруты, которые используют наши оленеводы, ну, они крайне эффективны. Зимой одни летом, другие. То есть зонирование грамотное. Подход. Вот у нас несколько вот таких выдающихся хозяйств это путь Ильича. Ерф, Харп, Ижимский оленевод. В этих хозяйствах, там, вот, если говорить Ижимский оленевод и путь практикуется и вахтовый метод, когда а, вот эти сложности проживания в тундре компенсируются тем, то, что есть на регулярной основе обмен. Поэтому, чтобы поддержать наших оленеводов, а, безусловно, мясокомбинат сейчас было поручено губернаторам развивать. Что в первую очередь вот начали делать, это реконструкция складов холодных. А, сейчас завершается, я думаю, в феврале завершим реконструкцию склада, это позволит там хранить тушенку. Тушенка это, ну, условно, есть мясо, которое было принято в прошлый забой. Самое эффективное средство его переработки это тушенка. И освободив место для тушенки, мы сможем дополнительно принять дополнительный объем мяса. Будет, завершается у нас, к середине следующего года, будет проектирование холодильных новых мощностей. К весне завершим проектирование нового, нового дополнительного холодильника. Там меняется оборудование, с аммиачного, на фреоновое. Это все будет вынесено в отдельное здание, и у нас появится там на 250 тонн еще место. То есть годами не решавшиеся проблемы в Закаминате, они довольно стремительно сейчас решаются, и это только будет на пользу всему оленеводству. Ну и хотел бы, хотел бы отдельно остановиться на ситуации с СПК да. РК «Заполярье». Она сейчас будораживала сети, и я считаю, то, что жители округа они должны владеть информацией абсолютно корректной. Та информация, которая была подана изначально о том, что на убой направляется 700 беременных важенок, но ну, она абсолютно некорректная, она неправдивая, и, наверное, ее формировали по принципу, там, чем более чудовищная информация, тем легче в нее поверить, для того, чтобы привлечь внимание. Другого я объяснений найти не могу, потому что... СПК РК Заполярье – это основное направление деятельности, это рыболовецкое направление деятельности. Оленеводство с поголовьем там, 1700 оленей – дополнительное направление, которым занимались. И в силу того, то, что оно не профильное, там специалисты довольно возрастные, выше 55 лет. Я неоднократно общался с руководством колхоза, но ну, уже в такие проблемы и со здоровьем некоторых оленеводов. И было уже давно желание завершить деятельность и соответственно, перестать заниматься оленеводством. Именно в данном колхозе, конкретно в колхозе. И на протяжении двух лет, собственно, стадо готовилось к тому, чтобы его направить на убой. Безусловно, там часть быков была направлена на кастрацию, то есть там, беременных важных априори быть не могло. Плюс наши оленеводы, они, ну, это в оскорбление в их сторону, я считаю, когда сказали, что они поведут на убой беременных важных. Ну, наши оленеводы неграмотные, и к оленям своим относятся соответствующе, чтобы поступать правильно. Наряду с оленем для оленевода самое главное – это земельный участок. Мы понимали то, что в случае ликвидации поголовья оленей, этот земельный участок может использоваться более инициативными хозяйствами, которые развивают свое поголовье. Это СПК «Канин», это СПК «Восход», это СПК «Индиго», который очень динамично сейчас Александра Иосифовна Глухова очень динамично сейчас приступала, приступила, приступила к возрождению хозяйства. Ситуация приобрела, к сожалению, резонанс такой необоснованный, как мне кажется. Сейчас вмешался губернатор, поручил сохранить стадо. Мы эту задачу выполним. Сейчас хоть мы и предлагали довольно большому кругу людей взять агростартап и выкупить часть стада еще весной и летом, но отзывов никаких не было. Сейчас связи с этим резонансом ну, у нас есть несколько инициативных людей, которые готовы выкупить часть стада как раз важенок и развивать оленеводство в этой области. Но надо понимать, что есть и законодательная база, потом предстоит земельным участкам решать вопрос, как-то выходить на торги потому что СПК «Арка» запаляет, наверное, от него откажется всего того, что они эту деятельность больше не ведут. Но мы, со своей стороны, готовы помочь. Это предоставит «Агростартап». И э, руководители СПК уже вроде предварительно согласовали рассрочку, чтобы те инициативные лениводы, которые хотят э, с этим статом дальше работать, э, они там в течение пяти лет словно за, за него рассчитывались. Поэтому данная проблема тоже решена. но ну, Опять же, изначально ну, не было какой-то супер проблемой в этом. Потому что соседние колхозы спокойно на этой территории развивали бы свои стада. Тут в Оленеводстве, знаете, самое главное, это инициативность и позиция руководителя. Примером этого служит СПК «Рассвет Севера». Это Алена Басмановна. Басманова. Это уникальный пример того, как девушка особо без опыта в оленеводстве, приехав в Харуту, возродила тот колхоз, который подвергся там. там были под до криминальных там, уголовных нарушений. Ну, она взяла разваливающийся колхоз за счет своей инициативы, дисциплины, умения работать правильного подхода модернизировала оборудование. Вот они там уже холодильники поставили, дизель генератор там сейчас везут огромный. Она улучшает качество забоя с года в год. И вот там было приятно читать на днях, как они уже кредиторку полностью погасили. И в этом контексте говорить о том, то, что округ недостаточно поддерживает оленеводов, это кощунственно. У нас прекрасные субсидии. На следующий год зайду чуть, -чуть вперед. У нас мы, нам удалось федерального центра и блок внутренней политики. Мы активно включили за взаимодействие с Министерством Дальнего Востока. То есть там больше 100 миллионов рублей для инфраструктуры для оленеводов. Это убойные пункты, жилые модули. 100 миллионов рублей из Федерации это не окружной бюджет, это тоже наше достижение параллельно по комплексному развитию сельских территорий. Кто бы что ни говорил, но развивая сельские пункты, мы попутно поддерживаем оленеводство, потому что основная причина -то оттока кадров это то, что качество жизни на селе, к сожалению, ухудшалось из года в год со времен развала Советского Союза. И сейчас вот 323 миллиона рублей нам федеральных денег при общем финансировании там больше 370 миллионов денег. Нам подтвердили из Министерства сельского хозяйства на развитие той же Харуты и Хареевера, где оленеводство у нас хорошо развивается. То есть там, вот, ну, в Харуте, если не ошибаюсь, 43 дома дополнительно подключат к центральному отоплению. Это, это уже результат. Это тоже результат нашей работы. И этим самым тоже мы поддерживаем оленеводов. Альберт Морозович, время программы подошло к концу. К сожалению, очень быстро пролетело. Приходите yeah. к нам еще. Спасибо вам большое. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, итоги уходящего года мы подводили с руководителем департамента природных ресурсов, экологии агропромышленного комплекса Ненецкого округа Альбертом Чебдаровым. До свидания, до встречи в эфире.